Он показывает процент заряда аккумулятора. Тут есть три режима. Вот это процент идет. И вот один раз нажимаем, вольты показывает. Еще один раз выключаем. Еще один раз. Значит, какие у него тут режимы есть? Я сейчас выключу питание. Значит, надо, как же это, одновременно держать кнопку и включить. Все. Вот тут какие есть режимы у него. Значит, L3, L4, пошли. Дальше идет 12 вольт, 24, 36, 48. Вот это какие там литиевые аккумуляторы. Ну, короче, одна банка 3,7 вольт. Вот 3,7. Вот это получается 7,4. Вот это у нас выходит 11,1. Ну, и вот так вот по 3,7 вольта прибавляем. То есть, вот, в зависимости, сколько у вас банок, столько вы и прибавляете. Вот тут можно до 16. Вот у меня система 2,4 вольта, я оставляю 2,4 вольта. Все, питание выключаем. Включаем. Все. Вот и все. А если выставить другое значение, он там или 0 покажет, или там разряд маленький. Вот, ну, то есть в настройке тут ничего сложного нету. Вот так, дисплей красивый. Вот теперь можно увидеть в процентах, насколько заряжен аккумулятор. Все, конец видео.